данный момент нашим блоком курируется несколько направлений. Это непосредственно ЖКХ, энергетика и ГЖИ. В нашем отделе работает 6 сотрудников. В течение месяца к нам попадает порядка более 500 обращений, на которые, соответственно, поступают к нашим аналитикам, анализируются, направляются исполнителю и в дальнейшем предоставляется ответ на портале «Добродел» нашим гражданам. Муниципальный центр управления регионом был создан в декабре 2019 года. Его сотрудники анализируют проблемы, которые носят системный характер, и контролируют качество ответов на обращения жителей округа. В МЦУР трудится 36 человек. При получении материала, который подтверждает проведение работ, анализируют качество проведения работ, при необходимости отправляют на доработку. И уже в случае... Что называется, последняя кнопка здесь. Да. Да? Те ответы, которые готовят профильные службы по направлениям ЖКХ, дороги, благоустройство, все попадает нашим ребятам в ЦУР, и здесь уже проходит так называемый последний фильтр. С начала года в муниципальный центр управления регионом поступило более 4300 обращений. Большая их часть была связана с ликвидацией последствий снегопада и медициной. В топе сейчас медицина, к сожалению, во время борьбы с коронавирусом. Наиболее волнующие жителей вопросы – это качество оказания медицинской помощи, свободные окна для записи к специалистам, вызов врача на дом. Мы работаем в разных системах, отслеживаем расписание врачей, создаем новые задачи для того, чтобы добавлялись окна для записи к врачам. То есть отрабатываем жалобы достаточно быстро. Сотрудники Центра управления регионом могут в режиме реального времени отслеживать ситуацию по любому вопросу. Сейчас их внимание сконцентрировано на вывозе снега и борьбе с наледью. Это необходимо для того, чтобы в будущем избежать подтоплений. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».